Лингвистический саммит. Наши двери для вас открыты. Результаты конкурса «Лучший спортивный клуб». Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Алина Халимова. 15 ноября состоялось очередное заседание Совета при президенте Республики Татарстан по образованию и науке под председательством президента Татарстана Рустама Миниханова. В работе заседания приняли участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководители республиканских министерств и ведомств, представители Академии наук Республики Татарстан, ректоры вузов, в частности, ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. На заседании глава республики подчеркнул, что перед республикой стоит важная задача – вывести научно-образовательный комплекс на принципиально новый уровень. По мнению Рустама Миниханова, у Татарстана есть все необходимое для того, чтобы внести весомый вклад в преодоление технологической зависимости отечественной экономики. В Казанском федеральном университете стартовал третий международный лингвистический саммит. Мероприятие посетил советник президента Российской Федерации Владимир Толстой. О мероприятии и основах лингвистики узнаете далее. 15 ноября в Казанском федеральном университете прошло открытие и пленарное заседание третьего Казанского международного лингвистического саммита. В Институт филологии и межкультурной коммуникации прибыл советник президента Российской Федерации Владимир Толстой. Также мероприятие не осталось без внимания Дмитрия Таюрского, первого проректора, проректора по научной деятельности. Намечался у нас к проведению в преддверии очень большого лингвистического форума, который намечался на 2023 год. Значит, мы ожидали, что приедет более 1000 ученых-лингвистов со всего мира, и Международная ассоциация лингвистов доверила Казанскому университету, доверила России проведение этого форума, но последние события, события последнего года изменили их мнение почему-то, непонятно. В 2022 году саммит включает в себя два направления – международную научную конференцию «Современная лингвистика. От теории к практике» и лингвиметодический фестиваль «Языковые тренды и методические инновации». Помимо вопросов лингвистики и ее отраслей, гости форума обсудили и тему лингвистических школ, где была отмечена заслуга Казанского университета. Одна из особенностей Казанского университета – это умение как бы вплетать изучение разных языков, государственного языка Российской Федерации русского, языка республики главного татарского, здесь есть и другие национальности тоже, и изучение иностранных языков, которые также необходимы для коммуникации международной. Поэтому вот здесь вот я вижу, что научились это тонко делать. Всего в форуме примут участие представители 65 стран, среди которых Канада, США, Китай и многие другие страны Европы и Азии. Большинство участников принимают дистанционное участие в саммите. Сегодня в Татарстане проходит знаковое событие – лингвистический саммит. Вопросы языка, вопросы политики, связанные с языком, родным, с языками национальностей, которые проживают на территории Республики Татарстан, Российской Федерации. Эти вопросы всегда будут актуальны. Пленарное заседание состоялось в актовом зале Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета, где помимо приглашенных гостей присутствовали студенты, которые отметили важность проведения такого рода мероприятий. Очень интересно, чтобы я могла узнать, чем сейчас живет филология, какие исследования в этой области проводятся прямо сейчас, в данный момент времени. Завершающий этап пройдет 19 ноября, где будет затрагиваться тема татарского языка и литературы. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялся день открытых дверей. Преподаватели и студенты традиционно подготовили насыщенную программу, в ходе которой каждый мог получить подробную информацию об особенностях учебного процесса, о реализуемых направлениях и наличии бюджетных мест далее в сюжете. Каждое отделение института подготовило собственную интерактивную площадку, так что всем участникам мероприятия удалось найти занятия по душе. Так ребята, заинтересованные в экономике, смогли сыграть в модернизированную версию монополии. На отделении иностранных языков любой желающий мог пройти экспресс-курс по китайской каллиграфии, а на площадках с филологическим уклоном гости решали головоломки и играли в интеллектуальные игры. Также по традиции в этот день для посещения были открыты все учебные лаборатории и музеи института. Поступать у нас собираются на технологический факультет.
на педагогику психологии и на экономику. Вот то, что мы сегодня приехали, вообще удивились вот с этим вот, с такой высокой вот организацией вот этого мероприятия. Все заинтересованы, и в каждом в игре мы 20-30 минут точно. Но все успеем посмотреть, нет? Я не знаю, но нам очень здорово нравится. Во второй части мероприятия состоялась встреча будущих выпускников школ с директором Елабужского института КФУ Еленой Мирзон, а также ответственным секретарем приемной комиссии Олесей Ошкиной. В ходе беседы ребята и их родители узнали о том, что в 2023 году абитуриентов Елабужского института будут ожидать более 500 бюджетных мест на такие направления, как педагогическое образование, прикладная информатика, экономика, юриспруденция, лингвистика, технологии транспортных процессов, психолого-педагогическое образование, а также в этом году будут впервые приниматься документы на направление мехатроника и робототехника. До 1918 года он назывался именно так, а потом был переименован в Казанский государственный университет. А в 2010 году, когда началась реформа высшего образования, на базе Казанского государственного университета был образован Казанский федеральный университет, главный вуз Приволжском федеральном округе и один из 10 федеральных университетов, которые были созданы указом премьер-министра Российской Федерации. В завершение дня открытых дверей ребята приняли участие в командной игре, в которой смоделировали образ идеального сотрудника приемной комиссии, которого они хотели бы встретить летом во время поступления. Напомним, что приемная кампания по традиции стартует 20 июня. Карина Саяхова, медиа-центр Елабужского института КФУ, Универньюз. Казанские юлбарсы стали бронзовыми призерами конкурса «Лучший спортивный клуб России». Все детали узнавал наш корреспондент. В рамках форума АССК России подвели итоги всероссийского конкурса «Лучший спортивный клуб», проводимого Ассоциацией студенческих спортивных клубов. Бронзовыми призерами конкурса стали казанские юлбарсы. На самом деле хотели большего, конечно, всегда настраиваемся только на победу. Сейчас заняли третье место, но опять же, там... Даже фишка была в том, что в основном все решилось в заочном этапе, и согласно всем рейтингам, понятно, что мы не смогли бы даже при всем каком-то огромном желании без воли случая прыгнуть здесь выше в третье место, согласно баллам заочного этапа. Тем не менее, очень достойно у нас были конкуренты. Казанские юлбарсы – это общественно-спортивный клуб Казанского университета. Существует он не так давно, но уже объединил более 5000 любителей спорта со всего университета. Начиная с первого курса, вступивший в организацию, студент участвует в спортивных мероприятиях по различным видам спорта. Всего в конкурсе «Лучший студенческий спортивный клуб» именно заявку на заочный этап еще летом подавали более 100 студенческих спортивных клубов со всей страны. А если мы берем непосредственно финалистов, то в финал прошли 5 лучших студенческих спортивных клубов нашей страны. Это Рео Плеханова, это Сенатор Ранхикс, это Кайзиланд, это мы, казанские юлбарсы, и Альянс Мира, которые стали победителями. Организация «Казанские юлбарсы» молода, но очень перспективна, и в ней уже много участников. По словам организаторов, участие в различных спортивных мероприятиях раскрывает студента и показывает его стороны, которые он в дальнейшем развивает. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. Он дарит запас бодрости и повышает работоспособность, но в довесок негативно сказывается на нервной и сердечно-сосудистой системе. Энергетик – напиток, который так популярен среди студентов и подростков, запретили для продажи несовершеннолетним на территории республики. Досталось и зажигалкам. Их продавать детям тоже не будут. Что повлечет за собой нарушение запрета, выяснила Маргарита Михайлова. Энергетики на российских прилавках – довольно популярный товар. Бодрящий напиток стимулирует центральную нервную систему и позволяет получить заряд энергии на несколько часов. В состав энергетиков входят тонизирующие компоненты, чаще всего кофеин и таурин. Однако за рекламными обещаниями повышения работоспособности кроются и негативные последствия. Повышенная тревожность, головные боли, бессонница, нарушение работы сердечно-сосудистой системы и повышение уровня сахара в крови. И этим список, увы, не ограничивается. Употребление энергетиков сулит детям и подросткам проблемы с нервной системой. Дети не всегда способны оценить вред от энергетиков, от снифинга, а именно так называется вид токсикомании, при которой дети вдыхают газ природный, который содержится в зажигалках, либо какие-то другие они могут использовать для этого приспособления. И
Количество смертей достигает 350 в год. Работа над законопроектом по запрету продажи энергетиков несовершеннолетним началась еще в апреле этого года. Запрет вступил в силу 12 ноября. Под ограничения попали и зажигалки, а также любая продукция с природным газом. К примеру, газовые баллоны. Помимо этого, регламентирован и запрет на продажу таких товаров в определенных местах. По поводу ответственности за продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним, хочу сказать, что ответственность не копеечная, то есть не совсем маленькая. Нарушителям грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч для обычных физических лиц. Для должностных лиц указанные штрафы возрастают в 10 раз от 30 до 50 тысяч. Юридические лица за те же самые действия заплатят уже от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Ирина Волынец, уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан, уверена, распространение запрета на всю территорию страны просто необходимо. Инициативу уже поддержали депутаты Госдумы. Вопрос подготовки и утверждения законопроекта – лишь дело времени. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин встретился с генеральным консулом Республики Казахстан в городе Казань Ерланом Искаковым. Стороны обсудили вопросы укрепления и развития двусторонних отношений между странами в области науки и образования, а также расширение эффективного взаимодействия, которое сложилось между КФУ и Генконсульством Казахстана в Казани. На этом все. В студии была Алина Халимова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!